Да. Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Ну, куда ж без Прюши, понимаете? И Прюшечка, идёт ко мне Прюшечка, и Софочка, и Прюшечка. Сегодня я побывала в двух фикс-прайсах, купила и там товары. Также я побывала в Галамарте, там тоже прикупила. Сейчас покажу, что. Да, покажем? Это ей не нравится, что Прюшенька там. Ты ж звезда, моя. Ты ж звезда. Ну, звездулька. Да? Такая смешная. Такой смешной ребенок. Это меня дочь так называет. Это, знаете, это моя внучка. Когда я говорю о внуках. Ой, не суть, не об этом речь. Так вот, что я сегодня купила? Ну, покажу сразу, что в Галамарте. Что-то несъедобное. Давай покажем, что это. Это у нас такие магниты следующего года, год кабана. Так как кабан это дикое животное, совсем не домашняя свинка, извините, шу-шу-шу. Поэтому я решила взять, это мой год кабане. Вот такой вот. Это здоровье. Видите, такой кабанчик на холодильничек. Ой, солнышко мое, что там случилось? О! И ёлка ко мне прискакала. Там разные идут. И вот это вот стоит 30 рублей в Галамарте, понимаете? То есть в фикс-прайсе там, по-моему, по 50 рублей. Вот. И вот такого кабанчика. На удачу. Удачи. Здоровье. Хотя я говорю, что всегда как бы желаю вам удачи во всем. Вот. Ну, вот таких два кабанчика за 30 рублей. То есть, знаете, я считаю вообще очень хорошо. Вот. Надо было мне еще взять, найти на подарки. Ну, думаю, ладно. Успеется. Песни поют Йока. Как обычно, на ручках. Далее. Это все, что я купила в Галамарте. Дальше пошло фикс прайс. Покажу то, что 55 рублей платочки. Здесь 10 штук. Вообще шикарно. 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, 6. 12 штук. Почему-то мне показалось, что 10. 55 рублей. Это очень недорого. Вообще замечательно. Туалетную бумагу показывать не буду. Неоднократно показывала. Далее покажу. Я все-таки купила еще одну такую звезду. Я уже вам ее показывала. Мне звезда более понравилась. Но так как я уже купила снежинку пусть будет тоже висеть, гореть. Я повешу по бокам звезды, а посерединке пусть будет снежинка. Раз уж я тогда по-другому не скажу, лоханулась, взяла вместо снежинки, вместо звездочки второй взяла снежинку. Ну, пусть будет так, чтобы три как будут висеть. На окошке, я считаю, будет вообще отлично. Я уже показывала, как она горит. Вот, да. Тебе, конечно, надо, конечно. Далее. Что уже появилось новое? Я решила взять. А, нет, еще. Извините. Вот такой доци. Это для маникюра за 55 рублей. Как я уже говорила, все, решила перейти на маникюр. Надо будет сходить в подружку. 15 числа, когда там у них будут скидки. Вот, 15 каждого месяца. Ну, я особо показывать не буду. Это уже, знаете, избитый товар. Что ты хочешь? Что? Что? Целовашка. Вот, значит, что я купила из продуктов? Увидела сады придонья, это смузи, манго, фруктовый, то есть это фруктовый Минск, манго, 4 злака с мякотью. Здесь манго, виноград и ананас. То есть и там были еще разные, и меня больше всего подкупило то, что здесь вот манго есть. Поэтому, естественно, я взяла, и здесь написано 80% фруктов и 20% злаков. 4 злака. Ой, я, конечно, не знаю, садопридонью я никогда не брала. Я вообще как бы соки не покупаю. Редко, если этот, не суть. Так, значит, с мякотью, без добавления сахара. Вот смотрите, вот интересно. Написано, без добавления сахара и состав читаем. Содержит
А, сахар природного, естественного, извините. Так, естественно, происхождение, стерилизован и асептически расфасован, гомогенизирован. Господи, какие слова-то. Перед употреблением взбалтывать. Массовая доля фруктов, фруктовой части 80%, доля злаков 20%, состав манговое пюре, виноградный сок, мука из смеси 4 видов зерновых хлопьев, овсяных, яичных, ржаных, пшеничных, ананасовый сок и вода. То есть это получается, так, значит, углеводы 12,5, белки 0,6 грамма, пищевые волокна 2 грамма. Энергетическая ценность на 100 мл продукта 220, 54 калории. Ой, извините, 52 калории. Так, значит, 12 месяцев годности. Россия, Волгоградская область. А сколько здесь миллиграмм-то? 100-то есть. У тебя 100 есть. Господи, чего? Ну, я вот не знаю, почему. Мне никогда ничего сразу в глаза не бросается. Ой, 250 миллилитров. Да, ладно, вот сейчас я вам покажу. Я попробую, к сожалению. Бумажка. Ой, что это? Что это оно такое густое? Было в холодильнике, сейчас болтаем. Оно такое густое. Вы что, ложка есть? Это же смузи. Это же коктейль. Нормально пошло. Вот такого цвета. Главное, что без красителей. То есть, ну, видите сами, цвет такой, да, без красителей. Сейчас попробуй. Ну, кстати, что у нас? Здоровый перекус написано. Манго, виноград, ананас. Вот такое ощущение, что я пробую морковный сок. Не, ну понятно. Ну, манго присутствует. Нету, знаете, вот такого ярко выраженного вкуса. Значит, все правильно, значит, получается, здесь нету никакой химии. Закроем и берем. Стоит 25 рублей. Вот этот вот. Так что, знаете, я считаю, что можно и деткам своим вот это вот покупать и давать. Чем какую-либо химию, чем, вот, например, вот такую химию, которую я в одном фикс-прайсе купила. Думаю, что-то пить хочу. Забыла, что я это взяла. Ну, в общем, вот так вот. Далее. Пошли все новинки. Купила вот такую коробку для мелочей. Со сдвижной полкой. Стоит 50 рублей. Чуть не сказала 200. Вот смотрите, сюда все что угодно можно положить. Сейчас я вам покажу. Открываем. Ты-дынь. И полочка. То есть, знаете, мне показалось, что это очень удобно. Вот. Полочку можно убрать. Тут сюда все сложить. Вот так. Обратно ее вернуть. Конечно, там все сразу все перемешается. Вот. Я не знаю, то ли я себе взяла, то ли я мужу отдам. Ну, знаете, хотя здесь сюда можно и не только там. А все что угодно, все что захотите сюда положить, да, даже не только то, что здесь написано, там провода, там какие-то для флешек и всякое такое вот, но за 50 рублей все нормально. Хотя, конечно, знаете, по мне, вот, человек, который давно ходит в фикс-прайс, красная цена 25 рублей, ну ладно, мы это опустим. Далее, что купила? Вот такие две мисочки, там были разных цветов. Была на 4 литра, это у нас получается на 3 литра, да, а это получается на 2 литра, да, 2 литра и 3 литра. Вот такие две мисочки, они с мерным делением обе. Также видите, вот, чтобы сливать можно было удобно. Вот это вот, которое на 3 литра стоит 55 рублей. Я-то думала, что это может быть как-то подешевле, а это 50 рублей. 50 и 25. Там большая была за 70. За 77. 4 литра. Ну, я брать не стала. У меня есть. А вот такие вот небольшие, удобненькие. Хорошо.
Пластик крепкий. Значит, здесь присутствует рюмочка с вилочкой, значит, для пищевых продуктов. Также можно замораживать, можно микроволновку там что-либо разогревать. Также можно посуду в молочной машине мыть, то есть это уже радует. Но все равно, я бы, знаете, вот честно скажу, как я храню в пластике, если что-то, я сразу, вот, например, остыл какой-то продукт, и я перекладываю только в холодном виде. Неважно, какой пластик, мне кажется, все равно, какой бы он ни был, он все равно, мне кажется, что-то выделяет и вреден. Накопительным эффектом, наверное, влияет. Так. Значит, Виолет Пласт, Россия. Ну, то хорошо, что это наш, не Китай. Ну, вот. Такие две мисочки. Знаете, так салатик так быстренько сделать. Очень-очень удобно, хорошо. Конечно, она миска-миска. Миска-миска. Далее, главное, ничего не пропустить. Ой, помните, я вам показывала налобный фонарик. Там он такой был небольшой, все вот этого. Фигня. Как тут у нас, мне быстро сломался. Может, там посмотрел, говорит, ой, купи другой. И знаете, что меня удивило? Я вообще была уверена, что вот этот вот налобный фонарь 90 рублей стоит. Он стоит 50 рублей. Это вот в чеке. Потому что, знаете, я сначала думаю, смотрю чек. И в чеке... Где мой чек? Извините. Вот чек. Ну, я, правда, там воспользовалась баллами, но все равно. То есть, даже если вот эти баллы прибавить, вот, с высчетом, 36 рублей, 51 копейка. Если высчитать 5, 57 баллов. То есть, ну, это... даже пусть 55 рублей, не суть. То есть, это дешевле, чем тот, который был за 77. Сюда надо 3 пальчиковые батарейки. Я уже все сделала, чтобы вас не отвлекать. Также можно вот наклонять все. Только здесь уже видите, вот эти светодиодные лампочки уже большие. Вот это самое, объем света будет больше. Здесь все-таки я уже лампочки поставила, все нормально. Вставила уже этот вот. Здесь уже никаких не надо премудростей. Сразу все было удобно. Сейчас мы попробуем. Не будет ли этот сваливаться? О! Вообще красотень. И можно в шахту. Видите, посмотрите, как он светит. Вообще шикарно. Вот. И поэтому я все-таки считаю, что вот это вот лучше приобретение. Также можно опустить. Можно также... ну, понятно, что туда, наверное, не надо светить кверху. Я как вот так вот сделала специально. Ну, вот. Но это уже обрадую мужу, что это уже работает, все хорошо. А тот уже сломался. Вот, ему понадобилось. И здесь вот большая вот эта кнопка такая. Не надо искать долго. Ну вот. То есть этот фонарь мне понравился. Стоит 50 рублей. Ну пусть 55, да, точно я не знаю. Я не помню, были они такие. Может быть, это старые, из старого товара. Потому что те 77, я и меньше вот этот вот, меньше этих лампочек. Но там и 2 батарейки надо было. Ну, знаете, как бы вот это меня, конечно, удивило и порадовало. Далее, что я купила? Куда же я могу пройти мимо, мимо совушки? Это же совушка. Посмотрите, какой красивый блокнотик. Вернее, с красивой совушкой. Обычный блокнотик, но с красивой совушкой. Здесь также ручка. Вот здесь вот совушка, я так поняла. Это... Да. Здесь колпачок снимаешь и пишешь. А это просто вот наверху. Я думала, это колпачок. Вот. Блокнот фигурный, 40 листов. Ручка гелевая, с синими чернилами. А, наклейка. А, вот здесь еще. Здесь еще наклейки. 2 на 2 сантиметра, 7 штук. Вот, я сразу не заметила. Я почему-то думала, что это линейка. Размечталась. Но наклейки для ребенка это вообще. Это я для племянницы купила. Вот, вот такой детский набор, 77 рублей. Стоит. Там были разные. Мне еще понравились зайчиками. Такие прикольные. Ну, не знаю. Ну, куда без сошки? Сошка это вообще просто отпад. Улет. Я думаю, понравится племяннице. Вот. И последнее, что мне очень понравилось. Я думаю, уже слышали.
Я увидела это на сайте, этот товар, и поняла, что я обязательно это куплю. Хоть оно стоит 200 рублей. Это морской бой. Сейчас я откроем, посмотрим. Ну, вот внешне очень похоже. У меня такой в детстве был. Мы с братом очень часто вот в этот морской бой играли. Вообще шикарно, нам очень нравилось. Ну, вот сейчас я посмотрю, тут на два игрока играть. Знаете, вот не по какому там интернету вот это все. Мне кажется, вот такие игры вообще замечательные для деток. Купила для племянницы, которая постарше. Шла и думала, оставлю себе. Мне так нравится играть в морской бой. Только кого запрячь в пару? Мужа, ну муж... Ой, я не знаю. Ну так хочется оставить себе. Просто вообще. Ну, я сейчас постараюсь открыть аккуратненько, потому что дабы. Если вдруг мне не удастся никого из моей семьи соблазнить на сию игру, то... Ударю. Что тут такое написано еще? Это батарейки нужны? Не надо. А, корабли, комплект фишек, комплект игровые пали. Знаете, вот честно скажу, у меня там было, которая была, она была на батарейках, потому что когда там мы попадали, естественно, это от нас не зависело, мы не говорили, что мимо или еще, были звуки, то есть это вообще была красота. То есть там я ставлю вот эту фишку, да, и вдруг такой взрыв. То есть, ну, к сожалению, это нет, походу. Ну, ёшкин-матрёшкин. Ну, посмотрите. Она еще где-то как будто бы ее лузили. Причем всю надо возвращать. Ну, что это такое? Ну, раз такое можно подарить. Сейчас. Сейчас. Ну... Еще и не открывается, коза. Сейчас открою вам с одной стороны, покажу. Буду возвращать. Здесь кораблик, их надо будет соединить. Как-то мало корабликов. На фишке где? Вот там. Еще посмотрим, да. Вот. Еще и не открывается. Да, буду возвращать. Это завтра. Чек не выбросила. Тут тоже кораблики. И вот не открывается. И вся она как это. Как будто бы, я не знаю, ей играли, возили по всем углам. Менять. И вот эти вот фишки такие ставить, играть. Жалко, конечно, что она не такая, как вот была у меня в детстве, к сожалению. К большому моему сожалению. Но, конечно, огорчило меня вот это вот. Не знаю, вам видно вот эти потертости? Вот. Так что открывайте, смотрите, а то не... А, это было не открыть, конечно, там было скотчем заклеено. Как это проверить, что они такие страшные? Да еще... Вон. Нет, нет. Придется завтра возвращать, к сожалению. 199 рублей. Может, кто-нибудь скажет, что вы хотите. Я хочу за 199 рублей, чтобы она не была потертости, я смогла открыть и играть. Вот что я хочу. Вот, ну, на этом все. Все. Спасибо всем за внимание. Кто-нибудь пойдет из кошек ко мне? Масенька, давай. Иди сюда на ручки. Иди сюда. Спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо. Вот Матильда. Ну, что, кто подписался, кто недавно... Огромное вам спасибо. Кто со мной давно уже не бросает меня, смотрит. Огромное-огромное вам спасибо. Мою Масечку, любимая девочка. Видите, у нее животик зарастает. Зарастает у нее животик уже после операции.
Вот. Огромное спасибо, кто пишет комментарии, кто просто смотрит, не пишет, тоже вам большое-большое спасибо. И не стесняйтесь, пишите комментарии. Я отвечу всем, всем адекватным людям, которые не то, что, знаете, люди разные бывают, бывают там, я имею в виду адекватным тем, что если хотите написать какую-то критику, то пусть она будет обоснована. Они просто, знаете, какую-то выпад в мою сторону, да, если вам чем-то не понравилось, это уже всем мил не будешь, вот. Ну и хочу вам пожелать огромной-огромной удачи во всем, где мне это, вот. Огромной удачи во всем, будет удача, будет здоровье, будет здоровье, будет радость в жизни. Также желаю вам счастья в семейной, личной жизни, чтобы у вас все было хорошо. Берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек, мужей, жен. Обязательно берегите их. Как бы то ни было, вы же выбрали этого человека, да? Поженились или вышли замуж. Чем-то же он вас зацепил, что вы решили с ним связать свою судьбу. И что-то там произошло, что вы как-то по-другому стали к нему относиться или к ней, да? Ну, просто надо проанализировать и понять, что случилось. И как бы возобновите светлые, теплые чувства, которые были. И вообще понятно, с годами оно как-то меняется, меняется отношение, меняется уже отношение именно к человеку. Нету той, может быть, какой-то страстной любви, но зато есть вот именно, знаете, вот огромное-огромное взаимопонимание, но любовь, она совсем другая. Она становится какой-то вот, знаете, вот заботой о человеке. Вот, например, у меня сумасшедшая забота. Я настолько переживаю за своих близких, за мужа, за дочь, да, что у меня уже, знаете, как бы... Знаете, такая была песня. Папа псих, да? А я вот мама псих. Вот. И не только потому, что я не работаю, да, что вот у меня можно сказать, что если я не работаю, значит, я как бы завишу от этого человека, значит, я о нем поэтому более могу, ну, я просто в одном видео такое слышала фразу, не меня касающая, а вообще. У меня и когда я работала, то же самое было. Ночью, когда я тогда не родила, за мужа такое же было волнение, как и после того, как я перестала работать. Вот, поэтому просто с годами это немножко переросло в такое доброе чувство. Ой, да, что-то я уже убежала далеко. Я надолго могу. Вот. Ну, в общем, хочу вам пожелать, чтобы у вас все было хорошо, чтобы детки росли здоровыми, чтобы они слушались вас. Ну, естественно, конечно, вы также растите их личностями, чтобы они могли, когда вы вырастут, отстоять свое мнение, да, за себя постоять. Я не говорю про физически, да, не только физически, если это мальчики, но и, соответственно, словесно могли как-то вот, знаете, себя отстоять, и не только сразу «ах!» и кулаками, да, ну вот, чтобы они не были затюканы, чтобы они не были, знаете, вот это вот мамочкиными, сыночками, там, вот это вот такое вот, то самое. Ну и замечательной вам погоды осенней. Вот у нас солнышко сегодня было, потому что сегодня грыжа на дрине. Вот. Чтобы дождик шел ночью. Вот я вот жала, но шел дождик ночью. Сегодня вот не было, и, надеюсь, завтра тоже не будет. Просто морской будем возвращать. Вот. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважение, взаимопонимание между разными вероисповеданиями. Всем до свидания, до новых встреч!